Всем привет, дорогие друзья. Я уже догадываюсь, что здесь. Сейчас вам покажу. Это, скорее всего, подойдет для любителей домашних животных. Все качественно запаковано. Вот. Еще и слой пупырки. И теперь в такой как... Ну, презентабельная упаковка, видно, что новая. Еще и складывается хорошо. Если честно, думал, как ее буду доставлять. Она здоровая должна была быть. Смотрите, как сумочка застегивается. Вообще чудесно. Вообще офигенно. Теперь расстегиваем. Некоторые могут еще не понять, что это. Ага, это называется собери себе сам. Ребят, переноска реально здоровая, не влезает в кадр. Вот так вот получается оно с тонкой сумочки. Вот эти половинки между собой соединяются. Вот в такую вот, вот кот рядом спит. Сюда влезет 3 таких, как он. Если их, конечно, натрамбовать, то влезет больше, и штук 15. Ну, комфортно 2 точно будут сидеть. Заглушка внутри еще лежит под заднюю стенку, чтобы не так было холодно вашему питомцу. И внутрь я положил еще ремешок, чтобы можно было на плечо взять или через плечо. Вот такая вот, в общем, переноска, добротная, классная, цена вообще хорошая. Ссылочка будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Пока.